Влітку ви залишаєтесь у місті? Миколаївці розмірковують, де та як провести дозвілля. Літній відпочинок, ну не знаю, разве ж такі-то кафе, ночні клуби. На річку разве що ходити, або на намис, або на стрілку, на Адмиральську. Ну, а тут що, на Совєтській походити, не знаю. В принципі, нічого такого інтересного немає. Ну, в Миколаєві можна багато місць вибрати хороших. Ну, яких? Ну, сходити в зоопарк, покормити животних, з'їздити в Очаков-Коблєво. І ще багато-багато місць красивих. Можна поїхати там на море. А в самому Миколаєві? В самому Миколаєві? Ну, що, по парку погуляти, там, сходити в кафешку. Чесно говоря, я сама этим вопросом давно задаюсь, где же тут можно отдыхать, поэтому посоветовать ничего не могу. Я уже не знаю, где здесь ходить, куда ходить, чем заниматься. Все хожено, да? Да, уже все везде были, и все уже неинтересно, поэтому пытаемся уезжать. На намыве, на стрелке, ну и больше не знаю. Ну, я бы не сказал, чтобы у нас есть места отдыха вообще в Миколаеве. Такие, где можно было прийти с семьей отдохнуть. Так на Советской ходить. Походить, не знаю, пиццерию можно, люблю пиццерию. Зоопарк. У нас в Миколаеве очень мало таких мест, где, ну, как бы, какой-то отдых хотя бы для детей, не говоря уже о взрослых. Да, это у нас помимо Советской, я не знаю, парк Петровского, это максимум. Есть какие-то развлечения в закрытых помещениях, хочется с ребенком на улице побирать, чтобы он свежий воздух вам подошла пока лето, правильно? И в Миколаеве очень мало развлечений, то есть у нас город не развивается. Здесь? Да. Ну, можно как бы на море уехать, если вы остались здесь, ну, предпочитаете, можете по Советской погулять, например, в Парк Победы сходить, в зоопарке у нас, ну, хорошее, как бы тоже, ну, сейчас все делают, в зоопарке там сейчас вроде бы делают вольер для слона, так как должны его завести, для жирафа должны его тоже, ну, вот не скоро будут завозить, но пока там делают ремонты. Мест много, в интернет можно зайти посмотреть, то есть куда люди рекламируют сходить, очень много мест, куда можно сходить. Отже, найпопулярнішим серед городян та гостей міста виявився зоопарк. Але все ж таки миколаївцям поки що не вистачає місць для відпочинку.